Приветствую всех рыболовов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел вам рассказать о такой силиконовой приманке, как Jekyll Vobring 2.5. У компании Jekyll есть не только интересные уловистые воблеры, но и силиконовые приманки разной направленности. И одна из них Vobring. Начнем с упаковки. Упаковка классическая, zip-пакет, но зачем-то он с внутренней части у нас покрыт какой-то фольгой, но фольга это отслаивается, и в итоге какой-то шелест постоянно от упаковки идет. Видно то, что здесь фольгирование. А в остальном же упаковка удобная, компактная, и к ней больше никаких претензий нет. Приманки у нас имеют длину 2,5 дюйма, то есть 6,4 сантиметра, и поставляются по 10 штук упаковки. Так вот выглядит данный представитель силиконовых приманок. Это ребристое тело, овальное сечение, достаточно длинное, и все оканчивается у нас хвостиком твистерным сложной формы. Даже видно, что здесь у нас не самый обычный вырез, еще и к вот этой части, то есть к нижней части хвоста у нас идет расширение. Это сделано для того, чтобы игра была более размашистой, более выразительной. Также мы видим на теле некие лапки, но это скорее такой больше для рыболова момент, маленькая фишечка, нежели для рыбы, потому что в воде они совершенно никак там не влияют на игру приманки, и если этих лапок не было бы, то это ничего бы не изменило. Ну, просто выглядит чуть симпатичнее. Силикон в меру жесткий, не скажу, что он там какой-то мягкий, как у Китэча, и как следствие приманка у нас отлично держится на крючке, она живучая и выдерживает немало поклевок. Данная приманка отлично подойдет для ловли окуня и щуки. И вот именно как универсальный такой вариант. И окунь даже там 100-граммовую ее уже уверенно заглатывает. И интересуется такая же щука там, от 200 грамм, грубо говоря, до 1,5 килограмм. То есть универсальный вариант для ловли легким джигом. Аттрактант достаточно выразительный, покрыт. Он нанесен с внешней стороны приманки, но и когда она полежит, от нее тоже исходит запах, то есть и в составе силикона тоже есть какой-то аттрактант. Резина, как уже и понятно, съедобная, ну и отлично работает. Также она отлично подойдет для ловли судака на легкий джиг. В общем, интересный вариант приманки для ловли активного хищника, и вот именно как универсальная приманка. Приобрести данную резину можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее я оставлю в описании к видео. Также в описании вас будет ждать промокод на скидку в данном интернет-магазине. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.